Пандемия коронавируса и последовавшее закрытие границ посольств и консульств, а также введенный президентом Дональдом Трампом указ об ограничении миграции до конца года почти гарантированно ставит крест на американской мечте для десятков тысяч победителей лотереи Green Card в 2019 году, кто не успел оформить все формальности и документы до начала пандемии. Что советуют иммиграционные адвокаты и есть ли шанс, что победители лотереи все-таки смогут получить право жить в США? Победители лотереи 2019. Для них собеседования в посольстве США должны были проходить с октября 2019 по сентябрь 2020. Интервью уже начали отменять в апреле этого года. Сначала консульство закрыли на карантин. Потом Дональд Трамп запретил выдачу миграционных виз на 60 дней, а в июне продлил действие указа. Срок действия указа до 31 декабря 2020 года. Указ может быть продлен в случае необходимости. Это значит, что часть победителей просто не успеют получить заветный документ, разрешающий постоянное проживание в США. По закону, после 30 сентября уже не имеет права Госдепартамент выдавать. То есть даже если все условия удовлетворены. Больше повезло победителям лотереи этого года. Если указ не продлят, у них будет достаточно времени для собеседования. Также под запрет не попали те, кто играл в лотерею из территории США, а также кто успел пройти интервью до закрытия консульств. Главная причина приостановки выдачи рабочих виз и грин-карт – уровень безработицы, вызванной пандемией. По мнению Белого дома, рабочими местами сначала нужно обеспечить самих американцев. У нас 20 миллионов безработных. Уровень безработицы в 3 раза выше, чем до пандемии. Поэтому нет никакой причины давать возможность большому количеству мигрантов въезжать в страну. Особенно по лотерее Green Card, которую в принципе нужно отменить. Это не люди, у которых есть семья в Штатах. Они не Эйнштейны и не беженцы, а просто случайные люди, которые хотят улучшить свою жизнь. Указ президента пересмотрят через 30 дней с момента подписания. Но победители лотереи 2019 не верят, что для них сделают исключение. Говорят, на визы уже не рассчитывают.